И начнем мы наш выпуск вот с чего. В Московской области приняли решение о создании региональной ассоциации территориальных общественных самоуправлений. И в ближайшее время будет разработан план соответствующих мероприятий. Эта тема стала основной на рабочей встрече с депутатами Государственной и областной думы, а также представителями региональной общественной палаты в правительстве Подмосковья. С появлением ТОСов каждый житель региона сможет намного быстрее решить проблемы, связанные с подъездами, домами и улицами. На сегодняшний день создано порядка 300 комитетов территориального общественного самоуправления. Уже в ближайшее время их объединят в одну ассоциацию. Она будет помогать населению взаимодействовать с местной властью. Дальше развитие общественного самоуправления, безусловно, будет только наращивать темпы и эффективность применения территориального общественного самоуправления. Это и есть в том числе задача приоритетного проекта в Московской области. Как отметил Александр Костомаров, правительство Московской области будет создавать все необходимые условия для того, чтобы во всех муниципалитетах региона появились территориальные общественные самоуправления. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.